Мышь надежно укрыта даже от взгляда голодного орлана. Но есть тот, кто ее слышит, даже под снегом. Одна из самых крупных сов, бородатая неясыть. Но даже она, как правило, промахивается. Несмотря на идеальное укрытие мыши под снежным покровом, неясыть не упустит ни одного шороха. Сама же она нападает бесшумно. Вытянув ноги, бородатая неясыть может выхватывать мышей из-под снега глубиной до полуметра.